Финал! Ирина Чащина очень любит кино. Но только один фильм она смотрела ни много ни мало 30 раз. Как вы думаете, какой? Служебный роман? Я сейчас ни на что не намекаю, я просто констатирую факт. Это совершилось. Чудо. Елена Чайковская, 6-0. Такое ощущение, как будто вот ты в космос улетел. Но зато будет, наверное, тяжелее в следующий раз. Я знаю. Мы это знаем. Стой, стой, стой. Тихо. Здравствуйте. Пришел гость. Крутим его? Здорово. Здорово. Сейчас я его покручу. Как дела? Оп. Да. Вот оно. От того, что поставили все 6, очень тяжело задержаться на этом месте, потому что от тебя ждут чего-то экстраординарного. Вот, все. Понятно? Так. Я не говорил, Руслан, отпускать ее. Ужас, пожалуйста. Кошмар, вот что он делает. Ужас. Когда настанет время, будет очень сложно расставаться, потому что я нашел здесь очень хорошего друга, который меня понимает, я понимаю его. Твоих рук дело! Извини, пожалуйста. Видите, что натворял, испортил кожу все. Дай мне руки. Вот тебе. На лед приглашается пара номер 5. Серебряный призер Олимпиады. Гимнастка Ирина Чащина и бронзовый олимпийский призер Руслан Гончаров. Love is love, let's come together. Love is free, it lasts forever. Free is love, my contribution. Have a section revolution. Руслан Гончаров. Раскованно и свободно исполнили программу Ирина Чащина и Руслан Гончаров. Ритмически острая, энергичная музыка определила и характер движений танца. Дуэт предлагает свою интерпретацию танцевальных поддержек и совместных вращений. Музыкальный замысел и хореография танца говорит о серьезных намерениях дуэта. Андрей в прошлый раз сказал, что он видит в Ирине Чащиной такую женщину вам. И мы ее такую увидели. Андрей, откуда ты знал? Вы знаете, работая с такой прекрасной артисткой и такой гимнасткой, видно, что она все держит, но она выдаст, обязательно выдаст. И она вот сегодня это показала. И я даже видел ее губки вот эти. Когда были губки женщины, вам? Да, ну, наверное, да. Я просто все держу внутри себя, а когда надо, самый такой момент, я выдаю.
Ирина, а вот вращение на льду и гимнастические вращения, они отличаются? Отличаются очень, потому что я постоянно пытаюсь встать на зубец, как встать на полупалец в художественной гимнастике. Мне очень сложно, было, да? Очень сложно стоять на коньке, на лезвии и пытаться вращаться. Ира, а не могу не спросить, а что тебя так вот цепляет в фильме «Служебный роман», а? Красивая история любви. Красивая история любви. Угу. Понятно. Смотрим повтор и оценки жюри. Итак, мы видим вращение партнеров. Они сближаются. Очень эффектные шаги на зубцах. И вот вращение в ласточке. Какая ласточка! А партнер вращается в пируэте. Это совместное вращение. Это более высокий уровень сложности. И вот это заключительная вертушка. Положение вертолет. Несколько интерпретаций позы. Итак, оценки. 6-0. Ирина Моисеева, 6-0. Николай Цискоридзе, 6-0. Андрей Миненков, 6-0. Елена Чайковская, 6-0. Что происходит на нашем шоу? Три пары и все 30 баллов. Игорь. Спрашивайте, Анастасия. Почему 6-0? Вот Коля здесь говорил по поводу того, что за Иру болеет весь Большой театр. Он на ремонте, кстати. Я здесь. Вот. А я сегодня заправлялся, и мне сказали на 36-й бензоколонке, что за тебя тоже и болеют все. Массажист меня массирует в Большом театре, так поправляет как раз шейный позвонок и говорит, а я за чаще не болею, ты помнишь? Ира. Ребята, я как всегда без шуток. Ну такая зубцовая параллельная дорожка. Ну браво. Спасибо. Эта спасибо пара огромное. Уже удостоена малой золотой медали наших соревнований. Елена Анатольевна. Блестяще, потрясающе. Великолепные элементы, потрясающая скорость. Вообще революция не только в музыке на льду, но и революция сегодня в судейской бригаде.